Наставник Краснодар Николай Александрович Вертельников, Олег Александрович Николаевич, я вторая подряд для вашей команды. Прокомментируйте ее, чем она отличается от той, которую провели по игре. Ну, если по игре говорить, что очень тяжелая игра, и мы, наверное, связываем это с тем, что все-таки мы не смогли восстановиться после такого тяжелого выезда, с переходом с искусственного поля на естественное, плюс там дорога, но это наши реалии, и мы не жалуемся, я просто говорю о том, что мы просто не восстановились. И сегодня такая тяжелая для нас игра получилась, в которой «Чайка» имела больше моментов, и у нас где-то и вратарь выручил, и где-то они свои моменты не использовали. Но сейчас такой турнир, что любое очко, оно идет в копилку. Поэтому борьба вся впереди, и она будет идти до конца, до последнего тура. Поэтому тяжелый матч провели. Впереди выездная серия, Новосибирск и Челябинск. Есть уже какие-то ожидания этих игр? Ну, сейчас самое главное, у нас есть хотя бы неделя до следующего матча. И здесь самое главное, как всегда, восстановиться и успеть что-то подготовить там, для наших предстоящих соперников. Ну и, говорю, самое главное – восстановиться. Ну, я не все, по-моему, еще Муром играют, остальные вроде бы все сыграли в ничью, да? Поэтому я и говорю, что такой турнир, что здесь все будут сражаться до последнего, как, чтобы остаться в золоте, и те команды, которые поставили задачу выхода, их там половина, наверное, нашей лиги, которые поставили задачу. Поэтому говорю, что и мы не исключение, мы будем сражаться до конца. Спасибо, удачи вам. Спасибо.